Теза 61126 создана для маскирования поверхностей при порошковой окраске, сращивания неполярных материалов, для работы в автоклаве при производстве композитных материалов, а также для защиты во время пайки волной. Из себя представляет плотную, прочную полиэфирную основу, покрытую толстым слоем силиконового клея. За счет этого она может работать на неровных поверхностях. Максимальная термостойкость составляет 220 градусов по Цельсию в течение 7 часов, без потери свойств. При температуре в 200 градусов по Цельсию лента способна работать в течение 24 часов. Это выгодно отличает 61126 от конкурентов и сородичей типа 50600 и 50650. Лента отличается от них также толщиной в 125 микрон против 80 и 55 микрон соответственно. Силиконовый клей при высокой температуре не вплавляется в металл, а легко и без следов удаляется с поверхности, в отличие от малярного скотча на каучуковом клее. После удаления оставляет за собой ровную четкую границу. Прочность основы такова: удлинение при разрыве составляет 140% при воздействии в 60 ньютонов на сантиметр. Адгезия к стали составляет 4,5 ньютона на сантиметр, что примерно в 2 раза выше среднего значения обычных малярных лент. Полиэфирная основа препятствует стеканию краски со своей поверхности. Лента поставляется в рулонах по 50 мм на 66 метров. В итоге 61126 нужна в тех местах, где не справляются стандартные полиэфирные скотчи. Заинтересовались? Добро пожаловать в комментарии или ко мне на почту, я отвечу на все интересующие вас вопросы.